Сестра, вот ты где! Ситуация критическая! Нам нужна твоя помощь! Кози Глоу и Тирек сбежали из Тартара! Они объединились в одну команду с королевой Кризалис! Вместе они сумели призвать пони теней! А еще короля Сомбру! Ну-ну-ну! Тише, сестра! Не волнуйся! Я уже решила нашу проблему! Я написала письмо Твайлайт. Она сделает все, чтобы спасти мир. Нам не стоит ни о чем беспокоиться. Но, сестра, при всем уважении, я не думаю, что принцесса Твайлайт сможет справиться совсем самостоятельно. Нам нужна помощь. Твайлайт справится, как и всегда. У нее есть друзья и магия. Но они воскресили короля Сомбру. И он возглавил армию демонов. Летающих демонов можно увидеть даже отсюда. За эти годы у Твайлайт появилось много союзников и друзей. Они совсем справятся. Но, Тия, это серьезно. Твайлайт справится с этим. Это плохо. Она снова не собирается ничего делать. У меня нет выбора. В свете таких ужасных событий я вынуждена решительно использовать на Селестии силу мотивации. Режим милой младшей сестры включен. Но, сестра, они говорили о тебе ужасные вещи. Когда я сказала им, что подобное тебя разозлит, они ответили, что им наплевать. Ведь, я цитирую, она даже не сможет вылезти из замка с таким... толстым крупом! Так они и сказали. Я лично переломаю все их кости. Темное подчинение. Телепортировать всех ко мне. Что? Кто посмел телепортировать меня? Что это? Я не ощущаю никакой магии. Что случилось? Почему я не могу двигаться? Как я здесь оказалась? А почему я здесь? Молчать! Ни слова больше! Сказанное вами непростительно. Вы будете наказаны страданиями! Что я сделал? Я сожалею! Я сожалею обо всем, что сделала! Я горю! Горю! Пожалуйста, пощади! Я плавлюсь! О, жестокий мир, я плавлюсь! Да что я вообще натворил? Мои кости! Она вырвала все мои кости! Верните мне мои кости! Нет, нет, нет! Моя спина! Она сломала мне спину! Простите.